Всем привет, мои дорогие друзья! Находимся мы все еще в городе Екатеринбурге, в этой столице Урала. Сейчас находимся в одном из дилерских центров Volvo. Называется он Volvo Краснолесье. Такое четкое, качественное название — Краснолесье. Ну, данный дилерский центр с самых недавних времен стал нашим постоянным оптовым клиентом. Подписали договор поставки. Сейчас наш новый екатеринбургский филиал будет поставлять оборудование в данный дилерский центр, который подходит на массу новых автомобилей, а именно речь пойдет о Volvo XC90, конечно же, в новом кузове, V90, S90 и новом XC60, который скоро будет в продаже. Ну, а чем мы занимались здесь, кроме того, что подписывали договор поставки? Конечно же, установкой новой системы AirTouch 4G для Volvo. То есть это Android интерфейс, блок один в одном для новых мультимедийных систем Volvo. Вот этот замечательный автомобиль, который сейчас здесь является тестовым автомобилем, он оснащен, соответственно, этой системой. Теперь каждый желающий клиент, который хочет посмотреть, как работает система, поближе с ней познакомиться, поэксплуатировать до приобретения автомобиля и, соответственно, нашей системы, может, конечно же, с этим познакомиться поближе. Автомобиль здесь будет всегда в наличии, то есть не будет меняться. Система предоставлена нами бесплатно для дилерского центра. Кстати, сразу же, друзья, скажу, что любой другой дилерский центр может обратиться также к руководителю филиала Киберкар Урал. Человека зовут Максим, а он оперативно и быстро приедет поставить систему в абсолютно бесплатных условиях в рамках рекламы. И, соответственно, эта услуга доступна любому дилерскому центру. Mercedes, BMW, Audi, Land Rover, все что угодно. Это наша основная цель. Рассказать и показать о себе на Урале максимальному количеству людей и, соответственно, дилерских центров. Друзья, ну а сейчас я предлагаю присесть в автомобиль и посмотреть, как же на Урале чувствует себя новая система AirTouch 4G для Volvo. Ну, не могу не сказать о шикарном звуке, находящемся в этом автомобиле. Акустика здесь очень серьезная. Ощущаешь себя действительно в концертном зале. Но я, конечно, немножко буду рассказывать сейчас о другом, но возможности звука обязательно тоже вам продемонстрирую, причем в связке с Android-системой. Но об этом чуть позже. Перед вами сейчас автомобиль Volvo XC90 с включенным монитором, оригинальная система, никаких изменений, все как было, так и осталось, все заводское сохранено, что является нашей важной задачей, нашей целью. А активация или переход в систему AirTouch 4G осуществляется штатной кнопкой, которая находится, единственная, наверное, физическая кнопка в верхней части автомобиля, двумя быстрыми нажатиями. И мы, соответственно, в Android-системе. Перед вами стилизованный лаунчер под оригинальный режим Volvo. То есть Volvo в оригинальном исполнении, примерно такие же иконки, также примерно такого же примерно геометрии. Это мы сделали для того, чтобы специально максимально не отвлекать глаз водителя, который привык к оригинальной системе. Если мы смахнем влево, мы увидим все закачанные приложения на сей момент. Или же вернемся в другом направлении и увидим интернет, файловый менеджер, погоду, настройки. Все те основные приложения, которыми в основном пользуется пользователь при эксплуатации Android того или иного. Ну, начнем, наверное, по порядку. Скажу, что весь тот спектр возможностей, который дает современная Android-система, любой современный телефон, либо планшетный компьютер, конечно же, сейчас присутствует здесь. Оборудование подключено штатно, никаких нарушений по проводке, либо по программному обеспечению нет, они абсолютно исключены. Это тоже одна из основных технологий, которые мы используем при разработке наших устройств, то есть по сохранению штатной гарантии. Далее, доступна любая навигационная программа. Каждая, конечно же, самая популярная — это Яндекс Навигатор, причем во всей стране. Она у нас есть здесь. Очень быстрая загрузка, все на ваших глазах.
Сейчас подключен уже интернет. Роутер находится в бардачке. Он всегда запускается автоматически при запуске двигателя. И, соответственно, все это, конечно же, быстро работает, коннектится и обеспечивает вам комфорт. А работает следующим образом. Слушай, Яндекс. Вильгельма Дегильна 34. Поехали. Как вы уже слышали, я говорю абсолютно спокойно, не повышая голос, потому что микрофон у Android-системы. Маршрут оттачен. Построен. На старт. Поехали. Или же... Через 100 метров крутой поворот направо, а затем поверните направо. Сейчас, как вы, наверное, тоже уже заметили, звук работает из этой шикарной акустической системы, обеспечивающей восприятие концертного зала. Вот. То есть наша система, она работает со штатной акустикой по средствам активации AUX. То есть, если мы в штатной системе активировали AUX, то звук от Android, от YouTube, от любых других приложений идет из штатной системы. Посмотрим, допустим, как это работает на примере YouTube. Вернемся, загрузим YouTube. Кстати, Яндекс.Навигатор никуда не делся. Можно ехать слушать YouTube или смотреть. И, конечно же, слышать от Яндекс.Навигатора подсказки «Поверните направо, поверните налево» и так далее и тому подобное. Любой ролик мы загружаем. Я сейчас поставлю на паузу, чтобы немножко вам рассказать о том, что с какими сложностями мы столкнулись, но мы их успешно, так скажем, победили, да? А именно это геометрия экрана. Если вы посмотрите интернет, вы найдете сегодня в мире несколько решений на Volvo XC90. Но во всех этих решениях кривое изображение, извините за такой подбор слова, да, но оно нестандартное. То есть оно или вытянутое в геометрии, соответственно, неприятно, некрасиво и непрофессионально и недостойно уровня автомобилей Volvo. Если вы посмотрите на наше изображение, то вы, конечно, видите четкое, понятное, геометрически правильное изображение. Сейчас мы продемонстрируем это. Вот таким образом можно наслаждаться видеоконтентом любого плана абсолютно. Аудио, видео, аудиокниги, фильмы, клипы и так далее. Все это доступно прямо в автомобиле, без лишних каких-то действий и так далее. Все очень просто и быстро и качественно работает. Далее, что еще рассказать? Напоминаю, что здесь сейчас это является самой современной системой. Мы посмотрим сведения о планшете. Здесь AirTouch 6.0, 5.1.1 версия Android. Здесь получается у нас 2 гигабайта оперативной памяти и новый 8-ядерный процессор, который обеспечивает эту быструю работу Android системы. Как автомобильное устройство, это самое современное устройство на сегодняшний день в мире, не побоюсь этого слова. Да, есть гораздо быстрее телефоны с гораздо большим количеством оперативной памяти, но это телефон. А автомобильное устройство – это немного другой девайс, который имеет массу отличий. Но это так, информация. Конечно же, здесь есть браузер, конечно же, это Google, конечно же, можно пользоваться всеми другими интернет-браузерами, которые вам удобны, будь то Яндекс.Навигатор, Mozilla, Opera, все то, к чему вы привыкли. Соответственно, также можно пользоваться Google поиском, Google звуковым поиском и так далее. То есть все это также доступно, как и доступно в других современных девайсах. Есть один маленький момент, на котором хотелось бы заострить внимание, а именно это взаимодействие между штатной системой и Android-блоком. А именно, к примеру, у нас сейчас есть вот климат. Для того, чтобы его поменять, да, под какие-то свои необходимую температуру сделать потеплее, похолоднее, вы, соответственно, это делаете. И видели, вот сейчас автоматически картинка появляется от Android. То есть это не требуется возвращаться в штатную систему, чтобы сделать какие-то штатные настройки, да, потом обратно возвращаться в Android. Все доступно и под рукой. Это тоже фишка юзабилити, которую мы проработали специально при разработке Android-системы.
Далее, последний момент, который, за которым хотел бы заострить внимание, это, конечно же, опять же, взаимодействие между Android-системой и штатной, а именно, работа камеры заднего вида. Допустим, вы приехали в местное назначение, вы находитесь в Яндексе, вам нужно парковаться, вы спокойно включаете заднюю скорость, видите штатное изображение, интеллектуальные линии, все как и было, ничего не менялось, как я ранее говорил. Дальше ставите паркинг, и вы обратно в Яндексе. То есть, опять же, штатная система, ее возможности, да, они не затронуты. Они как работали, так и работали. Как повышали уровень вашего комфорта и безопасности, так они это и делают. Вот так, друзья. Теперь это все доступно на Урале. Подчеркну, здесь будет организован, сейчас почти уже это сделали, вы выбрали место, идет ремонт, будет организован склад, оптовый отдел, розничный отдел, установочный центр. И Екатеринбург будет оперативно снабжаться нашими современными девайсами, которые доступны для разных автомобилей. А также такой возможностью могут воспользоваться близлежащие города, а именно Тюмень, Челябинск, Пермь, ну, возможно, северные города. То есть сейчас не нужно будет ожидать долгих поставок из Москвы или Санкт-Петербурга или Грозного. Это те филиалы в тех городах, которые на сегодняшний день у нас есть. То есть компания Киберкар дошла до Урала, чему я лично, как директор по продажам, очень рад. Друзья, попрощаюсь с вами. Еще будем снимать, еще вы увидите по Екатеринбургу массу информации в ближайшее время. Все это будет на наших каналах, на наших сетях, на нашем, конечно же, сайте, о чем вы всегда сможете почитать, посмотреть, задать вопросы. Ну и последнее, что я скажу. Ставьте лайки, пишите вопросы, задавайте вопросы, пишите комментарии. По всем вопросам и комментариям мы будем оперативно и в полном объеме отвечать. Всем пока!